Я прям ненавижу этих украинцев, Вов, теперь вообще ненавижу. Я бы даже детей бы этих расстреляла бы. Я бы им наоборот наркотики вколола, если бы работала, чтобы их смотрела там в глаза, и сказала, отдыхайте, мучайтесь. А ты знаешь, что вот эти дети нашим детям говорят, что 9 мая там в школе просили нарисовать, короче, ну там к празднику, они сказали, это не наш праздник, это дети, наши дети в школе говорят. И ты в курсе, что они потом вырастут, так и будет, это нацики, это, они подрастут, будут такими же. Чего Путин всех в Россию, едьте, придурков этих, блин. Взяли бы всех там, поперебивали бы, да и нахер. Это доброе. Говорю, какая ты добрая. Я там письки тоже резала, вот так вот, звезды на спинах вырезала бы, и вообще по уху бы каждый бы день отрезала бы по пальцу, чтобы им больно так было. Ну ты ж дети, Юль. Я прям ненавижу этих украинцев, Вов, теперь вообще ненавижу. Я бы даже детей бы этих расстреляла бы. В курсе, что ваш голос и вашей жены Юлии голос попал на записи из СБУ, и они были опубликованы? Нет. Я вам включаю, послушайте. Сейчас тут ваш будет голос. Взяли бы всех там, поперебивали, блин. Какая-то добрая. Не ваш голос? Не знаю, чей это голос, но это голос не моей жены. А мы можем с вашей женой поговорить, чтобы убедиться в этом? А ты знаешь, что эти дети нашим детям говорят, что 9 мая там в школе просили нарисовать, короче, ну там к празднику, они сказали, это не наш.